Всем привет, дорогие друзья! Случалось ли в вашей жизни такое, что вы искренне желаете человеку удачи и получаете в ответ сморщенное лицо или «нет-нет-нет, ни в коем случае» или человек внезапно начинает стучать по дереву? Если да, то мы с вами в одной лодке, и сегодняшнее видео для вас. Хотела бы разобрать эту проблему, поговорить о том, почему, особенно в музыкальной, театральной среде, мы не говорим удачи, а говорим всякие другие фразочки. Также сегодня видео будет немножко на стыке филологии и музыкантской жизни. Я расскажу вам, что принято говорить в других странах: Германии, Франции, Бельгии, Италии. И чтобы вы были всегда наготове, если встречаете артиста из другой страны, перед выступлением могли дать ему правильное напутствие. Давайте разберемся, что не так с пожеланием удачи. Здесь есть два аспекта: религиозно-суеверный и психологический. Мы не будем сейчас сами углубляться в религиозный или суеверный языческий аспект, почему нельзя говорить слово удачи, почему это отнимает удачу. Если вкратце, то это потому, что всем заведует Бог, и только Бог решает, получится у тебя что-то или нет. И если ты желаешь удачи, значит, существуют какие-то еще внешние силы, которые могут повлиять на божественное провидение. С точки зрения психологии, пожелание удачи, даже с самыми добрыми и искренними пожеланиями, это пессимистичная фраза, потому что ты закладываешь в это пожелание то, что человек, которому ты желаешь этого, изначально без удачи справиться не может, проделал недостаточно усилий, то есть он может справиться только если сойдутся звезды, если ему благоволят жюри и так далее. Как будто бы ты априори в человека не веришь. Кроме того, пожеланием удачи, то есть воздействия каких-то благожелательных внешних сил, это также символизирует отсутствие контроля над ситуацией, то есть что все будет происходить по какому-то рандомному стечению обстоятельств, а не в зависимости от человека, который является источником действия и который будет выходить на сцену, играть в театре и так далее. Итак, мы находимся с вами в ситуации, когда мы хотим подбодрить человека перед выступлением, каким-то ответственным мероприятием. Что же можно сказать? В течение всего моего детства я постоянно слышала одну и ту же фразу: ни пуха, ни пера. Причем мой педагог по специальности всегда настаивал, что на это обязательно нужно ответить к черту, что приводило в недовольство верующих людей, которые тоже меня в тот момент окружали. Тем не менее, ни пуха, ни пера. Откуда вообще пошла эта фраза? В древние времена, когда охотники отправлялись за промыслом, им желали ни пуха, ни пера, чтобы отвадить чертей, чтобы черти не узнали, что охотник идет охотиться. Пух в данном случае это от животных, и перо от птиц, которых они собирались стрелять. И вот чтобы отвадить этих чертей, они говорили ни пуха, ни пера. И, соответственно, религиозные люди, у них принято говорить с Богом. Я в повседневной жизни избегала и тех, и других фраз, потому что ты никогда не знаешь, человек верующий, неверующий, может быть, он атеист, вообще его все это раздражает. Поэтому я всегда ограничивалась дежурным удачи. Но, как оказалось, удачи это тоже не очень хорошая фраза. Поэтому давайте с вами рассмотрим, что можно сказать человеку, чтобы выразить ему поддержку, солидарность и как-то его просто приободрить. Первое, что приходит в голову, это пожелание успеха. То есть не удачи, а успеха. Тоже вроде бы слово на «у», но посыл уже совершенно другой. Также банальные, простые, но очень важные фразы, такие как «у тебя все получится», «верь в себя». Также не лишним будет сказать, например, музыканту, что «ты хорошо поработал, просто выйди и покажи то, что ты сделал». То есть я вот стараюсь в такого рода приободрениях быть просто максимально адекватной, объективной и выражать то, что я лично в этого человека верю, я его поддерживаю, я знаю, что у него все получится. И знаете, для музыкантов, для артистов так это важно слышать, потому что один тот факт, что кто-то тебе скажет, что он в тебя верит, что ему нравится, что ты делаешь, и что у тебя все получится, ну просто возьмет и получится, уже этого будет достаточно. Еще в тему русскоязычных традиций именно музыкального мира я вспомнила своего преподавателя по камерному ансамблю из училища, а также моего концертмейстера в одно время, Фаину Семеновну, которая фанатично следовала одному суеверию относительно нот. Когда ноты падали, все! Нужно обязательно на них сесть. И я помню эти все моменты перед каким-нибудь экзаменом или концертом, когда ноты, они падают постоянно. Это гравитация, и ничего с этим нельзя сделать. Так как мы по сравнению с ее невероятной энергией и экспрессией всегда были немножко пассивные, это всегда была она, кто в случае
падение нот, сразу же на них садилась. Я спрашивала других своих друзей из России, какие вообще существуют темы. Мне еще сказали, правилом хорошего тона считается не говорить под руку, то есть перед выходом на сцену не вспоминать, что там на репетиции не получилось, а настраиваться на положительный лад. Кстати, вот в театральной среде, по сравнению с музыкальной, намного больше таких суеверий. Актеры с большим пиететом относятся к сцене, к тому, как на нее нужно заходить, с какой ноги, что ее нельзя там пересекать, есть на ней. Кстати, в одном из источников я еще нашла, почему считается плохой приметой свистеть на сцене. Вообще свист находится под запретом, и до сих пор очень часто можно услышать: не свисти, у тебя денег не будет. Но вообще-то все это пошло еще из 18 века, когда в театрах использовали газовое освещение, и когда кислород выгорал в этих лампах, начинался свист, и это означало, что всем нужно уходить, и что может начаться пожар. В общем, ничего хорошего свист тогда не возвещал, и я думаю, еще с тех времен повелось, что свист — это что-то нехорошее. Итак, с русскоязычным миром разобрались, теперь давайте поговорим с вами о традициях в других странах. Начнем с англоговорящих стран. Там принято перед выступлением говорить «break a leg». Дословно переводится «сломай ногу». Почему «сломай ногу»? Потому что во время музыкальных и театральных постановок было принято преклонять колено, а также собирать деньги, которые сыпятся на сцену, цветы. То есть это означало успех. Таким образом, тебе тоже желают успеха, вот, но просто в таком очень специфическом формате «break a leg». Но на самом деле «break a leg» — когда ты кланяешься и получаешь любовь публики. В немецком языке существует также расширенная формула этого пожелания, и звучит она как «Hals und Beinbruch», то есть «сломай не только колено, но и шею». Ну, здесь вы понимаете, что имеется в виду, по сути, то же самое, потому что когда ты кланяешься, преклоняешь колено перед публикой, в общем, тебе желают также успеха, овации и всеобщей любви. Что можно пожелать на английском языке тем, кто не хочет использовать вот эти вот устоявшиеся странные выражения? Можно сказать: you're gonna do great, you've got this, I believe in you, hope it goes well, fingers crossed. То есть все то же самое, что на русском, выразить свою надежду в то, что все пройдет хорошо. Возвращаясь к немецкому языку, вместо viel Glück и viel Erfolg можно сказать еще той-той-той. Той-той-той также используется и во французском. Это тьфу-тьфу-тьфу, по сути. То есть то же самое через левое плечо, отгоняем чертей. Итак, во французском мы тоже произносим той-той-той. Еще во французском языке мы можем сказать croisons les doigts, то есть скрестим пальцы. Еще там есть фраза je touche du bois, что дословно переводится как «я трогаю дерево». Обычно это произносится так же, как наши с вами «постучим по дереву», то есть когда ты произносишь что-то насчет того, что ты хочешь, чтобы сбылось, ты трогаешь дерево. Единственное отличие в том, что ты не стучишь, а именно трогаешь, то есть «je touche du bois». Еще можно сказать дежурный «bon courage», то есть «смелость», и «bon réussite», то есть «успеха». И самое смешное и распространенное во французском языке — это «bon merde». Bon merde переводится как «хорошего дерьма». Откуда же пошла такая традиция? Когда в театре был аншлаг и останавливалось большое количество конных повозок, соответственно, эти лошадки оставляли после себя «merde». И чем больше его было, тем более успешным считалась постановка, потому что раз пришло много зрителей, значит, и деньги будут, и еда, и успех, и любовь, и вообще все-все, что можно, и поэтому артисту желали bon merde. А в Италии вместо того, чтобы говорить buona fortuna, мы говорим что-то совершенно специфическое in bocca al lupo, что дословно переводится как «иди-ка ты в пасть волка». При этом на такое пожелание обязательно нужно отвечать крепи, что в сокращенном варианте означает, чтобы волк издох. Не спрашивайте меня, почему, я пыталась узнать, выяснить, я не понимаю, просто в итальянском языке вот так. Будете в Италии, обязательно скажите in bocca al lupo. Мы с вами почти закончили, я нашла еще интересное пожелание в Австралии. В Австралии желают chukas, это означает пожелание еды, богатого стола, а также после выступления, которое обязательно пройдет хорошо. Я не буду вас сильно нагружать сегодня иностранными словами, если я что-то забыла, например, из испанского или из итальянского, немецкого языков, обязательно пишите в комментариях, составим с вами небольшой словарик, что можно говорить в каком случае. Я желаю всем
кто смотрит это видео, успехов, будь вы музыкант, артист или даже просто в любой деятельности, в которой вам необходимо достичь успеха, я желаю вам успеха, я в вас верю, удачи я вам не желаю. Также следите за своей речью и, может быть, введите какие-то более позитивные фразы и аффирмации для того, чтобы поддерживать своих родных и близких. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео, я вас обнимаю и увидимся совсем скоро. Пока!